Чтобы все вместились в кадр, фотографам приходится отходить подальше. Делегации из 92 стран приехали на саммит мира в Швейцарию. Саммит, который должен был стать первым шагом к достижению мира в Украине. И этот мир, это ясно всем участникам конференции, невозможен без России. В финальном коммюнике саммита сказано, что для достижения мира необходим диалог с участием всех сторон конфликта. Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что если бы Россия была заинтересована в мире, войны бы не было. Мы должны вместе решить, что означает справедливый мир для всего мира. Кроме этого, в итоговом документе участники конференции подчеркнули, что продовольственная безопасность не должна превращаться в инструмент давления на одну из сторон, а также призвали к возвращению всех военнопленных и вывезенных из Украины детей. Правильно ли то, что более крупная страна может вторгнуться и отобрать территорию у меньшего соседа? Ответ, конечно, нет. Это записано в уставе ООН, и именно поэтому крайне важно, чтобы мы подтвердили этот устав. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул глобальное значение установления мира в Украине. Да, мира нельзя достичь без участия России, но мир не может означать капитуляцию Украины. Прекращение огня на основании так называемых новых реалий лишь легитимизирует незаконный захват земель России и создаст очередной замороженный конфликт. Требования Владимира Путина, выдвинутые им накануне саммита, среди которых отказ Украины от членства в НАТО и отказ от 4 областей на востоке страны, Олаф Шольц ранее назвал несерьезными. По итогам саммита президент Украины Зеленский заявил, что поддержка западных стран наглядно демонстрирует возможность восстановления верховенства международного права. «Я надеюсь, что мы сможем достичь результата как можно раньше. Мы докажем всему миру, что действие устава ООН может быть полностью восстановлено», — заявил Зеленский. Однако итоговую декларацию подписали не все участники. В частности, под документом нет подписей представителей Саудовской Аравии, Мексики и ЮАР. Это довольно серьезное глобальное усилие по созданию второго пути к достижению мира в Украине. Первый путь, конечно же, военный. Очертания будущего мира будут определены на поле боя. Потому что пока мы видим, что обе стороны, и особенно российская сторона, продолжают давить на поле боя. Второй путь – дипломатическое направление. Саммит по вопросам мира в Украине – это способ для Киева продемонстрировать, что он действительно стремится к переговорам, которые будут соответствовать международному праву. И очень важно, что это глобальная повестка дня. Игроки всего мира собираются, чтобы рассмотреть, какие шаги могут обеспечить мир. Дорожная карта, выработанная на саммите, будет передана России. Делегация из Саудовской Аравии, все-таки приехавшая в Швейцарию, подчеркнула, что серьезные переговоры о мире потребуют сложных компромиссов от обеих сторон. Возможно, именно Саудовская Аравия примет у себя следующий мирный саммит по Украине. Однако без участия России в следующий раз вряд ли можно будет обойтись. О том, как оценивают итоги мирного саммита в Украине, обсудим с корреспондентом ДВ в Киеве Романом Губой. Роман, приветствую тебя. Приветствую, Яна. Начну, наверное, с того, что президент Зеленский заявил о том, что готов к переговорам с Россией, дословно, хоть завтра, если Россия выведет войска с территории страны. Что об этом известно? Собственно, это и есть часть той формулы мира, о которой говорит Владимир Зеленский и которая является частью внешней политики Украины. Собственно, основа ее – это уважение территориальной целостности Украины, то есть уважение ее границ по состоянию на 91 год. Собственно, это и есть камень преткновения, который не дает сейчас возможности проводить переговоры с участием России или какие-то другие саммиты. Поэтому можно сказать, что Владимир Зеленский очертил, что его позиция, позиция Украины в этом отношении никак не меняется. Территориальная целостность является основой для будущего переговорного процесса. В то же время Россия, тут стоит это напомнить, говорит о том, что нужно уважать ситуацию на земле, а с недавнего времени Владимир Путин уже требует, чтобы Украина ушла даже из тех территорий, которые она контролирует. То есть Донецкая область, Запорожская область, Херсонская область, по мнению Владимира Путина, должны быть оставлены для России. Очевидно, что сейчас позиции сторон, мягко говоря, расходятся.
Но при этом участники саммита говорят, что мир в Украине требует участия России и трудных компромиссов. Насколько Киев готов к этим компромиссам? Сказать сложно, потому что Киев это особенным образом никак не декларирует и в первую очередь говорит о территориальной целостности. И, как и Россия, которая, в принципе, не говорит о компромиссах, а говорит скорее о все больших и больших собственных амбициях. Поэтому уместно, что участники саммита, конечно, говорят, во-первых, об участии обеих сторон. Россия, напомню, в этом саммите участия никакого не принимала, так и о будущих компромиссах. Но обе стороны публично никак не декларируют о том, что готовы идти на какие-либо уступки. Но вот, тем не менее, Зеленский заявил, что саммит стал большим успехом, а принятое по его итогам коммюнике полностью удовлетворяет Киев. Судя по тому, как согласовывали итоговые коммюнике, действительно ли Зеленскому удалось достичь больших целей, своих целей, в первую очередь? Как минимум, одна из целей – это был сам факт проведения этого саммита и привлечение к нему большого количества участников. Здесь можно сказать, что Киев справился. Но в то же время, во-первых, первичная повестка саммита была более амбициозной и включала именно формулу мира, которую декларирует Украина. Повторюсь, опять же, о территориальной целостности Украины и о границах 91 года. По итогу, для того, чтобы в саммите приняло участие большее количество участников и чтобы привлечь к нему страны глобального юга и те страны, которые скорее склонны либо поддерживать нейтралитет, либо коммуницировать с Россией, пришлось повестку саммита изменить. И устраивает ли она Киев в полном объеме, сказать все-таки сложно. Да и по факту не получилось заручиться поддержкой всех стран относительно финального коммюнике. То есть многие страны не поддержали даже те пункты, которые, казалось бы, были более-менее уместны для всех стран. Ведь вряд ли кто-то будет против того, что Запорожская АЭС должна быть в безопасности и должна контролироваться Украиной и МАГАТЭ. В то же время, в частности, Индия, например, или Армения это коммюнике не подписали. Поэтому сложно сказать, насколько это успех, что не все участники саммита поддержали финальный документ даже в таком вот облегченном виде, как он оказался в финале. Ну и, наверное, не могу задать еще раз этот вопрос. Вот какие у Киева все-таки планы в плане мирного процесса? Действительно ли Киев готов на участие России в следующем саммите? Действительно ли сказать сложно, но сам факт проведения саммитов мира, саммитов о грядущем конце войны без участия России, непонятно, можно ли будет повторить эту ситуацию вновь. Ведь, опять же, к примеру, Саудовская Аравия говорила об этом в своем собственном заявлении. И Турецкая Республика также утверждала, что с российской стороной этот саммит мог бы быть эффективнее. Готов ли Киев к компромиссам, все-таки сказать сложно, но сейчас, вот, по состоянию на лето 2024 года, ни одна из сторон не декларирует готовности к компромиссам, и Россия продолжает захватническую войну в Украине и, более того, открывает новые фронта, в частности, Харьковский. Не похоже, что сейчас кто-то готов говорить о каком-либо компромиссе. Рома, еще хотел задать вопрос по другой немножко теме. Вот во время саммита газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала проект мирного договора между Россией и Украиной, который обсуждался в апреле 2022 года. Нам открываются некоторые детали, почему переговоры провалились, почему детали этого соглашения опубликовали именно сейчас, вот во время саммита. У тебя есть ответ на этот вопрос? Или что говорят вообще об этом в Киеве? Конкретного ответа скорее в Киеве, в принципе, эту тему не комментируют, потому что все заняты саммитом мира. Но публикация этого документа во многом снимает те вопросы, которые витали в воздухе до этого. Если кто-то ставил своей целью дезавуировать этим саммит мира, то скорее это не вышло. Потому что отдельные детали этого соглашения были известны и ранее. Но в то же время не было окончательно ясно, что именно в конечном итоге не позволило Киеву и Москве подписать вот это соглашение. Плюс, тут не могу не отметить, что в том документе, который опубликован, там множество оппозиций, которых Украина и Россия на тот момент не нашли согласия. И мы не знаем, смогли ли они договориться о них. Но некоторое время и в Украине, и со стороны российской пропаганды звучало мнение, что именно Запад не допустил возможности переговоров. Это было сказано, это было связано с тем, что глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия в одном из интервью буквально сказал, что на решение Киева повлиял Борис Джонсон, тогдашний британский премьер. От этого в целом и пошла эта волна того, что Запад вот не дал Киеву договориться, хотя стороны были так близки.
Исходя из этого документа, Киеву было в первую очередь трудно согласиться с тем, что его армия будет очень сильно урезана и его крайне ограничат в количестве бронетехники, и Россия, в свою очередь, сможет нести агрессию вновь, потому что там были некоторые гаранты безопасности, и среди них была Россия. То есть в целом Россия, будучи гарантом безопасности, могла опять же совершить агрессию, и это не давало Киеву полноценных гарантий безопасности весной 22 года. Это, скорее всего, и был основной камень преткновения. Но все-таки там стоит еще и другой пункт. Неужели Украина в 22 году была готова отказаться от вступления в НАТО? Президент Украины Владимир Зеленский в марте 22 года в интервью с российскими журналистами говорил, что Киев готов обсуждать вопрос нейтралитета. Хотя бы потому, что, это я уже от себя добавляю, из всех тех претензий, которые говорила Москва, это было наиболее, как минимум, адекватным, потому что остальные запросы там были про денацификацию и демилитаризацию, плюс вопросы русского языка. На фоне этих трех пунктов пункт о НАТО выглядел более-менее объективным и актуальным, насколько это позволяла ситуация. Готов ли был Киев тогда согласиться? Как минимум, Киев был готов об этом разговаривать. Я хочу отметить, что до полномасштабного вторжения России в Украину вопрос НАТО в Украине тоже был спорным, и по нему был некоторый паритет. То есть примерно 50 на 50. Российская агрессия только стимулирует желание украинского населения, чтобы Украина стала частью НАТО, потому что это воспринимается как защита от будущих территориальных претензий России. Поэтому была ли готова или не была ли готова, вот постоянно на сейчас уже, в принципе, не так уж и важно. Вопрос, будет ли готов Киев и Москва к будущим переговорам и хоть каким-либо компромиссам по вопросам. Либо же этот саммит окажется просто еще одной попыткой поговорить, но не более того. Роман, спасибо. На связи с Берлином был наш коллега, корреспондент ИВФ в Киеве Роман Губа. Итоги саммита обсудим также с российским политологом, приглашенным исследователем Фонда науки и политики в Берлине Николаем Петровым. Николай Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Николай Владимирович, вот мы только что говорили с нашим коллегой о том, как оценивают мирный саммит в Украине, в том числе, вот как сказал мой коллега, главное, чтобы это не оставалось просто какими-то разговорами. А как вот вы видите итоги конференции? Удалось ли Зеленскому добиться своих целей? Я думаю, что это был холостой выстрел, но оценивая итоги саммита мира, надо не выделять его отдельно, а брать его в совокупности с тем, что происходило в Берлине по обсуждению восстановления Украины, с тем, что происходило на «семерке», где Киев подписал договоры с Японией и Соединенными Штатами. И тогда в комплексе вот Бюргеншток не выглядит чем-то особо выпадающим, но с моей точки зрения это изначально было скорее таким пропагандистским жестом и во многом рассчитанным на внутриполитическое пользование как в Украине, так и в России, если иметь в виду недавнее заявление Путина. Ну вот как раз если говорить о недавнем заявлении Путина, вот призыв участников саммита позвать Россию на следующий саммит, это то, чего Путин добивался? Или это необходимость для начала мирных переговоров в том или ином виде? Трудно сказать. Видно, что действительно для Кремля этот саммит был какой-то занозой, и ему уделялось много времени, в том числе и какие-то пропагандистские усилия предпринимались. Но это связано скорее всего с тем, что Киеву Зеленскому важно было показать широкую коалицию, которая поддерживает Украину, а Кремлю важно было не допустить, чтобы такого рода широкая коалиция была продемонстрирована. Да? И мы видим, что Китай не участвовал, Индия участвовала, не подписала коммюнике. То есть вот те самые важные потенциальные участники саммита, за которых шла борьба, они, в общем-то, остались в стороне. Ну вот вы уже упомянули про те условия Путина, который он выдвинул накануне саммита. Как вам кажется, все-таки, наверное, наивно полагать, что это попытка к переговорам или попытка торговаться с Западом? Как вот вы это оцениваете? Я это оцениваю скорее как троллинг.
как некое повторение ультиматума, который мы видели 2,5 года назад, и который в силу своей абсурдности не рассчитан на то, что кто-то когда-то его может выполнить. Но ровно то же самое сегодня можно говорить и о 10 пунктах мирной программы Украины, как неком идеале, который с позиции сегодняшнего дня выглядит абсолютно недостижимым. Да? И в этом смысле заявление Путина – это некая демонстрация вот такой же утрированной позиции, которая далека от реалий. Ну, такое ощущение, что вот у Киева есть своя позиция, у Москвы есть свои ультиматумы. А вообще возможны ли переговоры в перспективе? Я думаю, они не просто возможны, они неизбежны. Вряд ли это будет настолько широковещательно и публично, как, например, недавно прошедший саммит. Но любая война заканчивается какими-то договоренностями, и это абсолютно неизбежно. Единственное, что вряд ли это будет настолько декларативно, как мы видим сегодня заявление с той и с другой стороны. Скорее, это будет некая сделка, которая совсем не обязательно будет даже представлена общественности, но которая сможет, по крайней мере, уменьшить интенсивность войны. Но в каком формате, вот, возможно, было бы увидеть эти переговоры? Опять же, вот второй саммит мира, про который уже говорят сейчас, в каком бы формате могла там участвовать Россия? Да ни в каком. Я думаю, что и первый саммит, он в результате, когда остались 3 пункта позиции Киева, они, в общем-то, такие за все хорошее против всего плохого, что почти что Кремль мог бы под ними подписаться, да, только чуть-чуть в другой редакции. Да? Ядерная безопасность – хорошо, продовольственная – это тоже хорошо. И, в принципе, возврат детей – это тоже правильно, только у сторон разные точки зрения относительно того, о чем, собственно, идет речь. Да? Вот в таком общем виде, когда ради того, чтобы увеличить количество участников, количество стран, которые готовы подписаться под этим или приехать, принять участие в саммите, выбрасываются какие-то содержательные важные позиции. Саммитов можно проводить сколько угодно, но это ни на миллиметр не приблизит к разрешению конфликта и к завершению войны. Ну, если вот я могу позволить еще последний вопрос, так что может приблизить к завершению войны? Я думаю, только осознание и той, и другой стороной, что издержки продолжения войны, политические, материальные, какие угодно, они больше, чем издержки, а понятно, что здесь простых, легких и взаимоприемлемых решений, договоренности быть не может. Но если окажется, что дороже продолжать войну для конкретных политиков в том числе, а не просто для стран, страны теряют колоссально много. Окажется, что продолжать дороже, чем пойти на какие-то договоренности, мы увидим, что стороны пойдут на какие-то договоренности, причем это может произойти не через много лет, да, вот сейчас пройдут выборы американские, и это будет толчок к изменению, к ревизии позиции Соединенных Штатов, толчок, которого ожидают в Кремле. Он может совершенно в другую сторону быть, нежели то, что готовы были бы приветствовать в Кремле, но это создаст некоторую базу стабильности и основу, на которой можно о чем-то, пусть очень и очень предварительно и подковерно договариваться. Ну да, только вопрос будет в исходе этих договоренностей.